Всем привет! Сейчас в больших городах большую популярность обрели велосипеды, в частности из-за пробок, и уже обычными горными или даже фэтбайками никого не удивить. А вот электровелосипеды, да еще и с потрясающим дизайном, это нечто. И я сейчас покажу вам 10 превосходных электровелосипедов с AliExpress, которые поразят вас. Ценой так точно. Напишите в комментариях, какой из велосипедов вам больше всего понравится. Приятного просмотра! Один из самых дорогих электровелосипедов из этой подборки – это настоящий монстр, доступный в 3 вариантах комплектации, которые отличаются друг от друга мощностью установленного двигателя – 1500 Вт, 3000 Вт и 5000 Вт соответственно. При этом даже средняя 3000-ваттная модель способна обеспечить байку скорость до 80 км в час. Вообще, если не наличие педалей, то этот байк вполне можно было бы принять как электрический мотоцикл. Кстати, емкость аккумулятора здесь тоже не подкачала. На одном заряде можно преодолеть расстояние до 90 километров, если воспользоваться для перемещения экономичным режимом. Электрический фэтбайк. Модель RichBit RT-012 выделяется толстыми 26-дюймовыми колесами, которые позволяют говорить о том, что перед нами настоящий электрический фэтбайк. Помимо классических педалей, здесь предусмотрен электродвигательный блок, позволяющий перемещаться на расстояние до 60 км со скоростью до 35 км в час. Рама велосипеда изготовлена из алюминиевого сплава, а общий вес байка при этом составляет 29 кг. В качестве трансмиссии использована 21-скоростная система Shimano. Оба колеса оборудованы дисковыми тормозами. Горный электрический двухподвес Cyrusher XF700. Перед электровелосипедами открыты все те же самые маршруты, что и перед классическими МТБ-байками. Модель XF700 оборудована передним и задним амортизаторами, а поэтому наилучшим образом подходит для экстремальных поездок в горной местности. Чтобы облегчить задачу начинающему покорителю трудных путей, здесь предусмотрен 250-ваттный электродвигатель, разгоняющий велосипед до скорости 35 км в час. Немаловажной деталью является алюминиевая рама со складом механизмом, что облегчает транспортировку байка к месту старта. Электрический МТБ-велосипед с удобным седлом. Для тех, кто устал крутить педали, в данном велосипеде предусмотрен электродвигатель, снимающий нагрузку с ног. В зависимости от модификации мощность движка составляет от 350 до 500 Вт. Это позволяет разгоняться до скорости в 50 км в час, преодолевая при этом дистанцию около 60 км. Конструктивно модель представляет собой двухподвес, что позволяет ездить на нем по пересеченной местности. Вместе с тем широкое и мягкое седло, а также возможность складывания пополам, делает велосипед пригодным для использования в условиях города. Складной электробайк для города Qicycle. Небольшие 16-дюймовые колеса велосипеда Qicycle в совокупности с складной конструкцией и весом 14,5 кг делают его идеальным вариантом для перемещения по городским улицам и площадям. Движок мощностью 250 Вт позволяет развивать скорость до 20 км в час и преодолевать расстояние до 45 км. Перезарядиться при этом можно всего лишь за 3 часа. Среди прочих фишек велосипеда следует выделить наличие штатной фары и возможность отслеживать километраж передвижений через мобильное приложение, подключаемое по Bluetooth. Маленький велосипед на больших колесах Pride. Несмотря на довольно скромные габариты рамы, в этом велосипеде использованы широкие колеса диаметром в 20 дюймов, которые не только добавляют ему солидности, но и позволяют с уверенностью ездить на нем по траве, мелкому гравию и песчаным пляжам. В качестве силовой установки в данной модели использован 250-ваттный электродвигатель с запасом по скорости до 30 км в час. Максимальный вес ездока и груза, который можно прикрепить к багажнику над задним колесом, не должен превышать 125 кг. Комфортный электрический двухподвес RichBit в другой модели на 20-дюймовых колесах. На этот раз от RichBit акцент сделан на обеспечении максимального уровня комфорта для ездока. Для этого здесь реализована двойная система амортизации. Установлено широкое седло, а док-станция для телефона на руле оборудована USB-портом для подзарядки. Что касается динамических показателей велосипеда, то использованная здесь силовая установка позволяет разгоняться до 35 км в час. Для облегчения веса конструкции в качестве основы велосипеда применяется алюминиевая рама. Ультракомпактный велосипед-раскладушка. Из всех электрических велосипедов, упомянутых в этой подборке, этот является наиболее компактным. Для радиального сокращения его размеров были использованы колеса диаметром 13,3 дюйма, а также рама инновационной конструкции, которая складывается для переноски в руках. Кстати, вес велосипеда составляет всего лишь 9,8 килограмма. Несмотря на это, здесь нашлось место для установки 240-ваттного электродвигателя, способного разгонять транспортные средства до 32 км в час. При этом без педалей можно двигаться даже в гору, если уровень ее наклона не превышает 15 градусов. Ретро-электровелосипед Monroe. Это истинное произведение искусства. Он обладает чистым ретро-стилем, который весьма эстетичен для глаза и имеет одну отличительную особенность. В нем нет привычных для всех велосипедных педалей, зато вместо них у него есть привязка к вашим ногам в стиле мотоцикла. Таким мотоциклом вы точно сможете произвести впечатление на ваших друзей, ведь он не только удобный, но еще и очень стильный. Есть система стабилизации во время движения по неровным дорогам, обеспечение оптимального соотношения скоростных характеристик и устойчивости. Корпус окрашен специальной краской, устойчивой к воздействию солнца и осадков. Поэтому даже спустя много лет он продолжит радовать вас своим идеальным внешним видом. В Monroe успешно соединились прекрасная ретро-классика и новейшие технологии в виде многофункционального дисплея и USB-порта, с помощью которого вы можете заряжать ваш телефон прямо во время езды. Топовый всюдоходный электровелосипед ZZMERCK 4WD. Это четырехколесный велосипед с полным приводом на все четыре колеса. Его невозможно сравнить ни с одним другим транспортным средством, так как он является уникальным во всем. Четыре колеса низкого давления и большого диаметра, а также регулируемая пневмоподвеска обеспечивают непревзойденную мягкость хода. А система распределения усилий на все четыре колеса позволяет преодолевать практически любые препятствия на пересеченной местности. При этом велосипед можно переводить в режим 2WD. Велосипед оснащен электромотором мощностью 500 Вт, а в действие приводится благодаря аккумулятору напряжением в 48 вольт. Масса конструкции 51 килограмм. При поставке аппарат собран на 80%, так что купившему придется немного поработать, чтобы дособрать этого красавца. Такого вельчика я еще не видел нигде, и это настоящий прорыв в велоиндустрии. А вы как думаете? Ну как вам подборка? Какой электровелосипед больше всего понравился? Мне, например, 9 номер, тот что в ретро-стиле. Было бы куча денег, прикупил бы, но цена не демократичная, 11 тысяч зеленых это вам не хухры-мухры. Но в этой подборке есть и вельчики за вполне вменяемые деньги. Помните, что на AliExpress скоро самая большая распродажа 11.11, так что жмите на колокольчик. Я совсем скоро буду делать для вас полезные подборки разных необходимых и крутых товаров, так что не пропустите. Был рад для вас стараться. Напишите, какой вельчик вам больше всего понравился в комментариях. Ну и пока, увидимся!